Мечта об идеальных дорогах становится реальностью. В Химках в округе сейчас идут работы по укладке современного щебеночно-маститного асфальтобетона. Она охватила территорию от улицы Панфилова до пересечения с Юбилейным проспектом. Общий объем составляет 13 тысяч квадратных метров. Данный материал отвечает всем требованиям. Это касается не только долговечности, но и гладкости покрытия. Он очень крепкий материал. В нем большой состав зернового. Количество там более 70-80% и битума. На практике у него срок использования очень большой, более 6 лет. Если на других, как мелкозернистые, крупнозернистые, у них приблизительный срок эксплуатации 3 года, то здесь более 6 лет идет. В Химках замена покрытия с применением ЩМА проходит впервые. Эта технология была разработана в Германии еще в середине 60-х годов. В России же стала применяться относительно недавно, в начале 2000-х. Впрочем, на рынке строительных услуг уже снискала большую популярность. В принципе, у нас есть уже опыт именно с данным материалом. Как бы нам особо без разницы. Да, а так он, естественно, как бы вязкость у него большая, тяжелее работает с ними техника, его переносит. Но все же мы делаем, у нас уже опыт уже достаточно большой с этим материалом, уже более 6 лет уже работаем. На сегодняшний день это в России это на первом месте, это именно данная технология ЩМА. Предварительные работы по замене верхних слоев дорожного полотна на данном участке уже завершены.